надо найти сосуд такой. Киска наша, киска, киска. Киска, киска, киска. Вот она какая киска. А у тебя какая? Дома никого нет. Все в работе. Вот тут надо воды налить, где она у них есть. Дома вон никого не оказалось. О! Да. У него как быстро идет, я думаю. Ну, я думаю, это хватит. У него насос надо хороший. Значит, такое дело. Игорь сегодня помог, бросил свою работу. Сейчас у него цветов-то хватает уже. Чисто все. Вот. Мы ему принесли тут пионы, астры, розы и все. Поблагодарить. И черемухи, потому что он... Я видел, как повел. И тут у него будет посередке сариса роза. Вот Игорь-то как придет, невесту так не встречают. О! Ну, Коша пришла. Все. Уходим. Вот придет. И тут Игорю подаст. Игорю Барабаш, Господи, дай ему здравие, душевное спасение. Это мы так отблагодарили его, что он на общественную работу так смотришь, а своя ниже. Бросил там сено и стал возить нам эти... Кольца, а кольца, ну это не нам, общая дорога, мы говорили об этом. И вот мы решили отблагодарить черемухи и разных цветов, не Анила дала Глушкова. Уходим, все на этом. А вот он, а Алабай-то, ну полегше тебе стало? Ну полегше стало. Что-то совсем он за ним мог. Я говорю, вы его выпустите, вчера он гулял. Вот он лежит как. Ну, ну-ка выйди маленько, посмотрим на тебя. А потом опять загоним. Ну-ка. Алабайщик пошел. Он за ним мог. Ему свобода нужна. Ему свобода нужна. Вот он и забегал. Вот он. Мы его выпустили из тюрьмы. Беги, гуляй. Тут кошки разные. Беги, гуляй. Вот он молодец какой. Подойди к кошке. Ой. Она понимает, что он маленький еще. Мы его выпустили, пока хозяев дома не... нет. Дальше с разрешения я выпускал. Он сразу бодро себя чувствует. Пошел. Куда он уйдет? Тут ему уходить некуда. Все, пошел. Пописать сейчас будет точно. Все. Вот, пожалуйста, и сбросит лишний газ. Пошел. Слава Богу. Уходим совсем. На работу. Потяну делать.